Привет, друзья, это канал Music Market, меня зовут Иван Захаренко, и в сегодняшнем видео мы поговорим про популярный бренд Sigma. Гитары под этим брендом производятся с 1970 года, и Sigma является дочкой того самого американского Мартина. Однако с 2007 года права на использование бренда Sigma перешли немецкой компании AMI Musical Instruments, и с того самого момента производство переехало из Кореи в Китай. Линейка гитар Sigma достаточно обширна, но сегодня мы рассмотрим только одну, зато очень популярную модель. Готовы? Поехали! Итак, друзья, в руках у меня гитара Sigma, модель называется 30M1ST+. Выполнена она вот в таком достаточно компактном корпусе оркестра. Материалы использованы достаточно стандартные. Верхняя дека сделана из ситхинской ели, обечайка, задняя дека и гриф выполнены из махагони. Благодаря такому традиционному сочетанию материалов и компактному корпусу звучит она очень сбалансированно и обладает очень приятным тембром. Касательно фурнитуры, верхний и нижний порог дорожки сделаны из кости, что, безусловно, благотворно сказывается на сустейне, но а за строй отвечают литые хромированные колки. Ширина грифа у верхнего порожка составляет 42,9 мм, что в сочетании с тонким профилем делает гриф удобным как для людей с небольшими руками, так и для тех, кто привык играть на электрогитаре. Особое внимание стоит обратить на материал накладки. Сделана она из микарты. Это композитный материал, который обладает большей устойчивостью и стабильностью, чем обычная древесина. Благодаря специальной обработке она действительно чувствуется очень приятно в руке и даже чем-то напоминает ощущения от Мартина. Ну а самое главное, она не подвержена негативному влиянию перепадов температуры и влажности. Гитара также покрыта глянцевым лаком, и еще один из приятных бонусов – это установленные с завода струны Daddario EXP с защитным покрытием и калибром 12.53. Друзья, давайте же наконец послушаем, как звучит наш сегодняшний инструмент. Ну что ж, друзья, подводя небольшой итог, хочется рассказать немножко о своих ощущениях от игры на этом инструменте. На первый взгляд кажется, что он в силу своих небольших габаритов и зауженной формы не будет звучать ярко, но тем не менее оказалось на практике, когда начинаешь на нем играть, звучит он очень мощно, вполне себе конкурентоспособно по отношению к более крупным формам, аудиториум или дредноут. Также хочется отметить удобство грифа, зауженный профиль действительно облегчает прижатие, удобно очень гриф держится в руке и действительно играть становится в удовольствие. Друзья, меня зовут Иван Захаренко, это канал Music Market, подписывайтесь обязательно на канал и увидимся с вами уже в новых видео. Пока!